В Северодонецке отремонтировали зал для хореографии. В центре детского и юношеского творчества появилось помещение, которое оборудовано по всем стандартам для занятий танцами. Подробнее Анастасия Волкова. Так теперь выглядит зал для танцев в Северодонецком центре детского и юношеского творчества. В нем абсолютно все новое. Это и зеркала, и турникеты, пол, потолок и даже окна. О таком ремонте здесь мечтали около 20 лет. За 20 років, що тут перебуває центр дитячого творчества, перший раз виділили нам кошти і зробили такий зал для дітей. Ми навіть не мріяли, що буде така зала, де діткам буде дуже комфортно займатися. Центр детского и юношеского творчества занимает помещение бывшего детского сада. На то, чтобы хореографический зал соответствовал современным стандартам, понадобилось более 500 тысяч гривен. Их выделили из городского бюджета. В 1995 году здесь еще находился и работал детский сад. Но получается уже больше 20 лет назад, как детский сад был здесь ликвидирован, и в этом помещении сюда переехал центр детского и юношеского творчества. И с тех пор не делался ремонт вот таких масштабов. Всего из городского бюджета на ремонт данного помещения было потрачено 550 тысяч гривен. Это не последнее отремонтированное помещение в Центре детского и юношеского творчества. К новому учебному году здесь спешат закончить ремонт кабинета для рисования. Анастасия Волкова, Николай Резниченко, Пудии.